Для лиц старше 18 лет. Мафия известна своими интересными историями об организованной преступности того времени, в местах, где движение времени очевидно. То же самое мы хотим сделать и с третьей мафией. Место действия — Новый Орлеан. Это не совсем реальный Новый Орлеан, скорее вымышленная его версия. В истории США 68-й год был насыщен самыми различными и очень важными событиями. Мы стараемся затронуть большинство из них в игре и показать, что они происходили и в нашем вымышленном Орлеане. Мы постарались подобрать нужный саундтрек. Думаю, он вам понравится. Собственно, как и сама игровая локация. Линкольн Клей — это главный герой или антигерой, если можно так сказать. Линкольн — сирота, и он всегда искал семью, в которую бы он вписался. Но детдом, в котором он рос, закрылся еще до того, как он толком вырос. Вы увидите его жизнь после этого, как он пошел в армию. В самом начале игры действие происходит в 68-м году. Он возвращается из Вьетнама и выполняет одну услугу за другой, связанную с черной мафией. Когда он впервые начинает ощущать некое подобие семьи. Но, к сожалению, итальянская мафия предает черную и буквально уничтожает их. Поэтому у Линкольна, как у выжившего, появляется мотивация, которая подтолкнула его на эту тропу войны с итальянской мафией. Семья значит многое, особенно в этой игре. По мере продвижения по игре, он уговаривает трех лейтенантов перейти на его сторону, один из которых — Вито, главный персонаж «Мафии 2». И эти лейтенанты в странном смысле стали семьей Линкольна. Хотя это и очень нестабильный альянс, но Линкольн не собирается останавливаться. Он хочет построить свою империю и, само собой, новую семью.